Вот, с утреца намытая зелень у меня. Что у меня тут? Это листья одуванчика. Они обладают желчегонным эффектом. Это ботва морковная. Она улучшает зрение, так же, как сама морковь. Тоже полезная, просто хлорофилл еще содержит, чистит кровь. В общем, мелисса, укропчик. Это календулы, цветы полезные они. Мята сосудорасширяющая. Это этот амарантик, листья. Такие вот уже сквалинчик содержит. В общем, будет молодильный такой коктейль, пробуждающий с утра. С утра он реально пробуждает, потому что мята расширяет, считай, сосуды. За ночь идет такой застойчик. Голова немножко у многих квадратненькая. Из-за еды ночной, например, обжорств всяких этих. Кровь сгущается. Голова такая ватная бывает с утреца. Вот сейчас встала, чувствую, что ага, есть маленько. Сейчас вот сделаем. Этот гражданин чистит почки. Мочевой пузырь там. Все, все эти дела тоже застаиваются ночью бывает. Если на ночь напился, наелся там. Вот, тоже надо почистить почечки. Вот, это у нас желчегонные. Желчегонный садуванчик. Вообще и цветы, и листья. Прогонит желчь состоявшуюся. Желчь все вычищает, все, что можно на своем пути. Вот такая встроенный антибиотик, как бы. Это зрение. Ну, это капилляры тоже за ночь. Маргарины всякие, если есть, так вообще забиваются. Тоже чувствуешь такое зрение немножко с утра бывает притупленное. Это все, ну да, вот капилляры забились. Морковочка чистит капилляры. Расширяет уже сосудики, капиллярчики, мята. Крапива. Вот у меня тут крапивка есть, жгучка. Она, в общем, микроэлементы разные содержит в себе. Тоже улучшает состояние. Немножко сгущает, говорят, кровь, да, там ее надо с кроворазжижающими травами или сосудорасширяющими. Ну, тут вот есть у меня такие, таковые есть, имеются. Так что можно, имея право, добавить крапивку. Она вымыливающим таким свойством обладает. Из нее же шампунь делают, там все. И у нее такие вымыливающие свойства, она, в общем, и в кишках также работает, вымыливает. Вот этих вот колючек никаких вообще я не ощущаю, никаких колючек, ничего, я помыла. В общем, потом просто измелю это все на блендере с водой и процежу. Там никаких, ничего, они мягкие так-то. Ну, я срываю их аккуратно так с зеленью вместе, что ну, маленько руки даже жжет бывает. Ну, ерунда, мелочи для меня это. Вот, в общем, сейчас сделаем коктейльчик кислородный, хлорофилловый, бактерицидный. Все это обладает бактерицидным свойством, что цветы календулы, они очень бактерицидные. Ими рот полоскать советуют умные стоматологи. Классно. В общем, все вот эти все дела, эти все очень классные. Вот эти зеленые коктейли с утра, они кислородные коктейли, просто увеличивают уровень кислорода в крови, убивают бактерии, снижают бактериальную нагрузку. Хлорофилл равно гемоглобин, повышает гемоглобин. И ничего, так оживаешь. Сейчас вот я его с водой перекручу, вот это все дело на блендере процежу, бахну стаканчик и сразу резко будет хорошо. Еще не бахнула. Вот сейчас вот бахну, и сразу голос нормальный станет, все. Голосок прорежется. Сейчас такой, как это, с утра как с похмелья встаешь, и я еще на ночь вчера маленько поела в гостях плотненько. Вот такие дела вообще.